Ну, день в Мелани. Мы не закончили вчерашнюю рубрику, поэтому продолжаем. И полетели, короче. Что будет, если мы построим хула-бубу, хия-хупу, супа-хупу? Короче, для этого надо сначала выпить чашку супа. Короче, я вам сегодня покажу, как сделать типичную тарелку супа. Так, берем вот такой вот шкаф. Так, и сегодня у нас пойдет туда... Мой друг Васька. Нет, друг под именем Василий. Ой, то есть не Васька, а это Петька. Петька, и ты сегодня будешь нашим мясом для супа. Петька, ты где, Петька? Не Петька, а какой-то ходячий овощ. Петька! Фу! Там джакузи, где? Впереди тебя! Где? Да вот он, ты там лежишь. Я помер, помогите. О, какая лобалая ёбка! Так, Петька, ты возродился, да? А где джакузи все-таки? Впереди тебя! Ай! Я спину сломал, нам нужен еще второй овощ. Вася. Ай, Петька! Ой, то есть гражданин дебилов. Его зовут дебил. Дебилы, вы сегодня будете нашим овощем для супа. А теперь добавляем туда шоколад. Это не шоколад, это не шоколад, извините. Так, сейчас вам... Так, блин, меня что-то в туалет чеспечило. Ладно, ничего, будем новый делать шоколад. Так. Даже это все настрою. Извините. Все, хватит. Так. Короче. Дебил, уходите. Дебил, я не к вам. Типичная тарелка. Так, все, мы добавили туда чуть-чуть шоколада. Настоящий здесь. Моего шоколада. Продается в Мелани в магазине сейчас. Ручки отвалились, ничего страшного, без ручек тоже. Так, кусок стекла. Так, я у дома его забрала. Я из дома его забрал потом. Кусок стекла. Маленькая дверка. Тоже из дома украла. Вы что тут совсем дуры? Водка. Нет, не такая водка, извините, не это. Водка. Самосите нормальную водку. Вот такая вот водка уже пойдет. Так, сейчас надо чуть-чуть попить. Водка! А ты что, водка? Не пейте ее, а то пьянеть и будет суп для пьяных. Ай, меня вырубили ящиком. Отрываем также рамку. Просим у детей. И мы берем игрушку. Любую игрушку, неважно какую. Убиваем всех. Кем же берем снежного человека? Помогите мне! Стул из дома. Стол из дома. Воды наливаем, не забудем про воду. Гирю.
телефон. Вафон. Чай, чай. Много-много чая. Так, яблоко. Яблоко. Какой? Господи, а это что за чай? Так, ну это вот что еще? Еще арбуз, еще арбуз забыл. А это что за суп? А мы скажем, у стола и всяких овощей полезных. А мы посещем-то. Так, еще одно яблоко. Это мой брат, извини. Братиха, ну тебя надо свариться. Да что мне такой ужас? Я в каждой серии с ума схожу. А-а-а, нет! Давай ложись в свой гроб. И меня в наш стол. Так, все, кусок. Так, блин, а где моя дверь? Ладно, возвращаем дверь на место. Ну, вторую дверь выдрала из дома. Уже маленьких несколько бутылок водки. И, короче, надо теперь приготовить. Отлично. Хороший способ — это турбина. Из дома, то, из вертолета, то есть. Так, берем турбину от вертолета. Вот такой турбины нам будет достаточно. И через пару секунд вырубаем эту турбину. Убиваем все и размешиваем тем же дверью. Так, и наш суп готов. Я не знаю, какой он на вкус, но этот суп посоветовала сумасшедшая бабка мне. Так, еще чуть-чуть надо приготовить. Так, все, теперь точно все приготовилось. Так, и у нас попробует уже под названием тыква. Тыква, тыква. Что, что? Опробовала. Ты зубы сегодня чистил? А, мне болит жопа, ты мне чего укол посмертел? Жопу посмертел. Конечно, чистил, видишь, как сверкает, как фонари. Давай проверим, как они у тебя сверкают ночью. Спустя 20 тысяч лет. Ну где твоя там ночь? А вот и настала ночь. Видишь, чистил. Где фонарики? А! Ничего не видно. О, то ты тоже хорошо чистил зубы там внизу. Да, то ты хорошо чистил зубы тоже. Это не зубы там. Что? Вот это вот не зубы. Что это? Так, верните свет на место. Теперь нам хоть что-то видно. Так, вруби лампу. Врубил все. Возвращаем обратно. Прикиньте, у нас светит лампа. Так, лампа. У меня появилось сиденье. Здесь пожить даже. Так, я фильм Гинранду. То, что мы закончили свой суп. Так, где еще тут? Можно я потом покажу прикол всем друзьям? Можно? Какой? Как приготовить суп? Нет. Тогда все, мы закончили работу. Иди пробуй. Так, суп у вас. Устный? Нет, что-то надо было так вот пойти. Что ты вас тут добавляла? По рецепту пьяной бабки. Той самой, которая живет в доме с дебиловной косолапой. Да, именно ей, а что не так? Так она же пьяная дура.
И короче, давай я опять попробую, но ты попробуем. Короче, он сказал очень даже как вкусно. И короче, да, по-моему, он помер. Ну и ладно. Да уже да. Меньше знает, больше крепче спит. Так, возвращаем утро. Всё. Короче, давайте позовём мою маму. Мама, попробуй твой супчик. И нет, я что-то уже передумала. Пробуй твой суп. Иди пробуй. Ну ок. И что будет, если я его упробую? Мама, тут обживание. Короче, она тоже сказала очень как вкусно. Убираем генерацию. Мама, ты попишешь, покажу такое уже. А мамы? А? Можно? Сейчас. Так, короче. Ставьте лайки, подписывайтесь. Давайте еще кого-нибудь позовем. Например, вторую кукурузу. Иди пробуй. Ок. Попробую твою успалаху. Так, кушаем. Короче, он тоже сказал очень как вкусно. Так, я так понимаю, вам всем там нормально? Так, а что будет, если я его попробую? Мне почему-то все советуют не пробовать его. А то им кажется, что и я, короче, скажу вкусно. Так, становимся зомбиками. Казать зомби. Так, теперь пробуем этот суп располоха. Надеюсь, я как они не помру. Так, делаем кувырок вперед. Сейчас правда. Так, убираем эти король. Вот эти замечательных людей, которые опробовали мой суп. Чека, теперь сама попробую. А даже нормально, вкусненько так. Нам надо еще попробовать. Кто за мной потом пришел? Ты сдохнешь. Так, обед приехал? Да, приехал. Можно уже покажу прикол твоим подписчикам? Окей, показываю прикол моим подписчикам. Вот, тогда сейчас надо взять. Амадова человек. Ой, извини. Всем пока, ребят, с вами Юлия Робот.